Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Ну что, мы убили сраного судью, короче, который предал, который завалил наших отца и братьев. Вот. И, короче, теперь нам что-то надо тоже сделать. Но для начала, короче, я думаю, давайте, может, купим к торговцу, сходим к торговцу и купим карту. Может, карту, да. Вот. Чтобы у нас тут что-нибудь открылось, короче. Портной нет. Кто нам нужен? Кузнец тоже нет. Нам нужен, короче, картинами кто торгует. Допустим, вот этот чувак, да? Торгует с картинами. Давайте к нему отправимся, короче. И как-то нам надо убрать, короче, розыск. Видите, у нас постоянно вот красным горит то, что мы в розыске. Тем более после того, как мы убили судью тамплиера. За нами, наверное, еще хлеще охотятся теперь. Ну что, давайте. Торговца. А там видно будет. Там уже посмотрим, что да как. Слишком что-то высоко было, да? Так. А я тут. Слезай, кретин. Погоди. Вот он, черт! Ладно, окей. С этим разобрались. С помехой. Теперь. Движемся дальше. Ты не имеешь права. Вон он! Не так быстро. Во-во-во. Я не на ту кнопку, короче, нажал. Туда, бей его. Ладно. Давай, врежем. Кто там кричит? Давай врежем. Кто там спалил? Кто спалил драку? Окей. Так, тут сено. Здесь, наверное, прятаться просто. Можно в сене. Прятаться нам не надо, в принципе. Пока что. Блин, сколько этих лучников-то вообще здесь? Почему опять не убил? Сори, чувак. Ладно. И так сойдет. Что здесь произошло? Так, окей. Мы прибыли. Нам бы еще кодекс этому Леонардо бы отдать. Но где он живет, я что-то не знаю. На карте, в принципе, не показано. Так, погоди. Кто у нас тут картинами торгует? Во. Нашел. Так, смотри, карты сокровищ. Картины, в принципе, нам не нужны, ни товаров. Карты сокровищ давай. Сан Джованни и Сан Марко. Сан Джованни давай возьмем, да? Получен предмет. И Сан Марко возьмем, наверное. Купим все, у нас хватает денег, короче, на все, в принципе. Пока. Мольто грация. Так, полученная карта. Ну-ка, давай посмотрим, взглянем, что у нас тут появилось. Ого! Ого! Нифига себе! Сколько тут всего-то пооткрывалось. Жесть. Сокровища. Смотри, сколько всего нам тут надо будет порыскать. Окей.
Ну что, смотрите. Нам, в принципе, вот сюда, да? Начало фрагмента. Ну и давайте, короче... Давайте, короче, наверное, сюда сначала. И вот так вот пробежимся. Жук. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот и вот так вот сюда. Короче, сделаем, да. Сделаем так. А остальное уже будем там по ходу дела дальше искать. Так. Сокровища, я так понимаю, это сундуки, наверное, да, с деньгами. Ну, я так предполагаю. Это сундучки. Хотя, может быть, и не факт. И не факт. А, он так не это, не спускается, что ли? Да, слышите? Вот. Я говорю, это сундуки, короче. Ну, это нормально. Денежки нам тоже нужны, в принципе. Денежки нам тоже нужны. Погнали дальше. Ах ты. Я на шифт забыл нажать, чтобы захватиться. Так, и что нам делать? Тебе все надо знать, да? Смотри, караваны. Что-то открыли. Думаю, ты сможешь собрать достаточно денег, чтобы отправиться в другой город с караваном. В эпоху Возрождения путешествия вовсе не были такими отвратительными не было таким отвратительным занятием, как в наши дни. Нет, они были просто ужасными. На дорогах свирепствовали разбойники, и поэтому путешественники чаще всего объединились в вооруженные отряды караваны. Кроме того, путешественники обычно зашивали ценные вещи и деньги в подошвы сапог или за подкладку курток. Иногда путники нанимали проводников в Витурине, которые планировали маршрут и снимали комнаты в тавернях. Но зачастую эти проводники были заодно с разбойниками, как и современные турагентства. Вот так, короче, всех тут обували, все были заодно. Окей. Оп, смотри, зацепился одной рукой. Офигеть. Как он еще себе кисти не сломал. Так, а чё, куда? Куда-то... Ой, сено. Я думаю, чё он так, короче, отпустился как-то. Не так побежал. Ой, не побежал, а падать начал. Так, отличненько. Ого, 309, офигеть. Нормально. Мы, короче, уже, можно сказать, окупили обе карты сокровищ. Окей. Сюда. Я думаю, сейчас мы пособираем. Еще, я думаю, успеем. Опа, 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 опа. Успеем, короче, миссию выполнить. Сам ты, сам припрыжка. Сам припрыжка. Кто? Гондольер? Лангарьер. А, мне вниз. А, вон ящик, я вижу. Воу-воу-воу. Ну ладно, нормуль. Не убился. О, 303. Вообще ништяк. Вообще ништяк. Так, окей, дальше смотрим. Дальше идем, короче, вот сюда. Так, изнесу, короче, вот сюда, потом вот эти три, вот эту, и, короче, фрагмент. И все четко. И все четко, и все мы успеем. Так, окей. Нам надо...
Так, заберусь я сюда. Заберусь. Отлично. В смысле? Не понял юмора. Так, наверное, не здесь, во дворе, а там дальше, да, получается? Вот здесь. Где-то здесь, вон он. Скидки. Вообще просто. Ничего не изменилось, да, с прошлых времен. У нас так же до сих пор в наше время. Скидки. Кругом скидки. Обратно на другую сторону, обратно. Блин, я как-то заторможенно, знаете, нажимаю на кнопку. Не допрыгнул, блин. Не надо на меня глядеть. Гляньте, говорит. Так, погоди. Мне надо теперь забраться. Я свалился. Теперь надо как-то взобраться. Странный плащ. Я увидел его. Чё тебе мой плащ-то не нравится? Надо. Ох ты, падла! Ты смотри! Все. Тихо. Не шуми, дружище. Ну куда ты? Лучше я пойду отсюда. Одна? Мори, прочь дороги! Быстрее, Чудаджу! Он там, вперед! Чтоб это не было, иди! Я не вижу ничего. Я видел его! Он там! Все четко. Не на того нарвались, чуваки. Не на того нарвались. Ладно, здесь забрали. Смотри, здесь где-то еще есть. Как вы это делаете? Как он это делает? Да почему не залазишь? Блин. Вон там наверху. О, неужели? А то что-то, блин, в эту стенку, короче, прилипался. Так, еще одна. Здесь внизу получается. Где-то. Наверное, он здесь за стеной. Все четко. Все, немножечко, короче, пособирали этих алмазиков, вот. И сейчас отправляемся к фрагменту. Немножко вот очистили себе. А, ну вот еще один, как раз по пути. И все. И пока все. Туда. Там наверху, что ли? Должно быть, он так ходит из-за Илка-Касангу. Из-за чего? Илка-Касангу? Что это такое? Что такое Илка-Касангу? Что он мне там наговорил? Монах-наемник.
Не, не похож. Да что ты, блин, провалился. От всей стражи не убежишь. Залазь, залазь, залазь. А то сейчас с камнями. Ах ты! Я же говорю, камнями сейчас начнут кидаться. Ну, чтобы они меня потеряли из виду. Все. Заныкался. Заныкался. Окей. Все. Так, мы пришли, да? Получается. Точки. К этим куртизанкам, да? Думаю, мне лучше покинуть Флоренцию. Куда отправишься? У моего дяди Марио есть вилла у Монтериджони. Тебя по-прежнему разыскивает Эдсо. И что же вы предлагаете делать? По всему кварталу развешаны плакаты. Если их сорвать, то все быстрее забудут про тебя. Кроме того, подстрекают народ глашатые. Подкупи их, и они не станут говорить про тебя. А еще ты можешь заняться теми, кто оговорил тебя. Они поступили с честью ради денег. Никто не пожалеет о таких людях. Разберись хотя бы с одной помехой, и сможешь спокойно уехать. Так, в убежище. Уменьшите свою известность, срывая плакаты, подкупив глашатая или убив продажного чиновника. Вот так. Так, короче, вот. Теперь мы можем уменьшить... Я добавила программу, которая отслеживает уровень твоей известности. Этот индикатор поможет тебе оценить, действуешь ли ты инкогнито. Короче, это... Твою известность сейчас мы... Это подскажет, когда нужно быть осторожнее. Индикатор позволит тебе узнать, является ли этот уровень известности частью воспоминаний Эцио. Снижай свою известность. Окей. Так, смотри, тут что-то у нас есть. Плакат, наверное. Судя по иконочке, это плакат. А где он тут навешен? Где он тут навешен? Так, выше, что ли? Что он делает? Погоди, еще выше, что ли? Нет, смотри, погасло. Тут нет. Странно. А где плакат? Где плакат? Мать вашу. Кто-нибудь видит плакат? Я не вижу плакат. Ну, судя по всему, смотри, он, короче, это... Ну, здесь снизу, по идее, должен быть. И где-то, короче, наверное... А! Пусть лучше он ведет себя тихо. Наверное, за стеной. Ну, с другой стороны, наверное, скорее всего. Находится. За домом. Где-то здесь. Так. Это здесь, наверное. Вот он. Отлично. Так. Сорвали плакат. Окей. Смотри, что у нас тут. Воу-воу. Офигеть. Сколько тут всего появилось. Вот, смотрите, кучка, короче, да? Получается. Кучка плакатов и... всего остального. Давайте... сейчас это сделаем. Я не думаю, что надо все, короче, плакаты сорвать сейчас. Именно сейчас. Блин, ты задрали. Стражники.
забавный костюм. Сегодня снова маскарад? Гу-га-га-га. Забавный костюм. Гу-га-га-га. Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. Так, наверху. Получается, где-то наверху. Да блин, баба. Баба. Да что, вот, блин, столько народу там много. Какой странный человек. Ничего странного. Так, погоди. Где? Вон он. Вот, вот он. Окей. Так. А, смотри, вон шкала, да. Видите, шкала, короче, уменьшается, красная. Шкала, она уменьшается. Ну, окей. Угу. Надо на ту сторону. Так. Отлично. Еще что-нибудь одно надо сделать, короче. Вон, смотри, там чувачок у нас известный, 25% у нас. Вон там чувачок где-то. А. Этот убийца, этот слуга дьявола, приводит ужас даже силачей. Где-то здесь. Его нужно как можно скорее казнить. А, он того чувака надо, короче. Его подкупить, что ли, или что? Или убить? Лошатай. Чеглашатого надо. Это злой человек. Он убивает ни в чем не повинных людей. Ну привет. Тот, кто поможет поймать убийцу, подкупайте. Планьера, кошелек с золотом и вечную благодарность горожан. Чтобы подкупить. Нашушукал ему. Че ему там? А, 500, нихера себе, пятихатку? Пятихатку стоит, чтобы он обо мне не разговаривал. Внимание! Так, говорит Германия. Надо это. База данных. Люди. Вот они. По них прочитать. Так, если глашатай пытается привлечь внимание к твоим действиям, подкупи его, и он замолчит. Так как в середине века многие итальянцы не умели читать, то о важных новостях, принятых законах и многом другом объявляли глашатай. Народ так бурно выражал свое недовольство повышениями налогов, что многие города принимали особый закон о защите глашатая. Глашатаев. Короче, вместо газет были чуваки, которые глаголили. Так, ну и в принципе у нас, смотрите, пропали, да? Все вот эти вывески, вырезки. Вот. Про нас. Давайте. Сокровище сбегаем. Посмотрите на творение настоящего мастера. Про кого-то там уже, про какого-то мастера там уже рассказывает. Так, наверху, наверное. Скорее всего. А, сундучок. Вот он, сундучок. Ну что, друзья, наверное, на этом будем заканчивать. Вот, теперь мы узнали, как убирать свою известность, розыск, вот, как уходить от розыска и тому подобное. Вот. Ну и в следующей серии уже отправимся выполнять фрагмент.
Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем. С вами был Олег. Всем пока.